Сегодня, в решающий третий день всероссийских голосований, самарцы продолжают активно являться на городские избирательные участки, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Граждане довольно активные. Ну, я бы сейчас сказала, и среднее поколение хорошо идет, но и молодежь нормально идет, потому что тоже, опять-таки, есть выбор. Голосуют поодиночке, парами и всей семьей. Жителям Самарской области предстоит принять решение по двум направлениям. Выбрать понравившегося кандидата в депутаты Государственную Думу и региональный парламент. Для того, чтобы выразить свое мнение и выбрать того, кого мы и хотим. Поэтому ничего, нормально все. Поэтому и голосую. Даже приехали мы, вообще-то прописаны в городе, а живем мы за городом, приехали голосовать. На сегодняшний день я верю, что выборы нормальные проходят. Поэтому все нормально. Это мой голос, это моя страна, мой город. Надо голосовать, чтобы было все благополучно в нашей стране. Так что мы всегда ходим голосовать. Никаких нет замечаний. Все замечательно. У каждого человека должна быть активная жизненная позиция. Надо ее выразить. Избирательные участки будут работать до 20:00 вечера. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.